Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу «Библейский свет. Жемчужина русской поэзии». Это разные авторы, писавшие на библейскую тематику, начиная от книги «Сотворение», заканчивая книги «Откровения». Вавилон. Семен Надсон. Брошены торжища, стадо и пашня, заняты руки работой иной. Камень на камень и стройная башня гордо и мощно встает над землей. Ласточка, рея в лазури бездонной, кажется точкой для смертных очей. Или мы с нашей мечтой окрыленной, кроткой воздушной пивуни слабей? К небу, где тучи играют и мчатся, сыпля громами у ног божества. К небу, где райские реки струятся, стелится райских лугов мурава. К жизни блаженства от жизни страдания, к звездам, сверкающим ярким огнем. Выйти же стены гранитного здания, будьте нам к вечному небу путем. Полны безумцы, взгляните, чернеет грозная туча на грани небес. В трепетном ужасе мир цепенеет. Отблик зорницы мелькнул и исчез. Уход из Харара. Ольга Чумина. Сказал Господь: с родимую страною расстанься ты и дом отцов покинь. Через пески сыпучие пустынь ты в новый край последуешь за мною. Иди, и род я возвеличу твой. Там слава ждет, там ждет его свобода. Родоначальник нового народа, земных племен ты явишься главой. Благословен тебя благословлящий. Весь род земной благословен в тебе. И всяк тебе обиду наносящий тем навлечет проклятие себе. И будучи в годах уже преклонных, покорно внял Всевышнего словам. В путь собрался с семьей Авраам, с собою взяв рабов приобретенных. И были с ним жена его и Лот, громадные стада их и верблюды, несущие узорных вьюков груды, все двинулось в далекий переход. С надеждою и смутной печалью вступил в пески пустыни караван, стремясь туда, где за волнистой далью неведомый скрывался Ханаан. Вот здесь также еще есть картины Гюстава Доре. Вот. Называется «Отправление Авраама в Ханаан». Бытие, глава 12, 5 стих. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». И вот тут эта вот картина. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.